Барху это Дунами Вурах. Баруха Дунами Вурах Леолям Ваэд. Баруха Дунами Вурах Леолям Ваэд. Баруха та Дунай Логину Мелеха Улям. Ашир Бахар Бану Миколя Мим. Венатан Лану Эт Торато. Баруха та Дунай Нутен Гатура. Амен. Айом анахну Никра. Сефер Шемот Перек Кав Хет. Сегодня мы зачитываем книгу «Исход», 28 глава, с 1 по 3 стихи включительно. Бней Аарон, веасита бигдей кодеш ле Аарон ахиха, ле хавот у ле тиферет. Веата тидабер эл кол хохме лев, ашер милити в руах хохма, веасует бигдей Аарон ле кадшо, ле хагано ли. Амен. Шаббат шалом. И ты приблизь к себе Аарона, твоего брата, и его сыновей с ним из среды сынов Израиля, чтобы служить ему мне, Аарона, Дав, Авио, Элиазар и Тамар, сыны Аарона. И сделай священные одеяния Аарону, твоему брату, для славы и для великолепия. И ты говори всем мудрым сердцем, кого я исполнил духа мудрости, пусть они сделают одеяния Аарона, дабы осветить его, чтобы служить ему мне». И сегодняшняя недельная глава ТЦВ, она описывает посвящение Аарона и его сыновей на служение Всевышнему. И название главы ТЦВ «Повели» сходу отправляет нас во вторую главу книги «Бытие», 16 стих, где Всевышний дает повеление первому человеку не вкушать с дерева с познания добра и зла. Потому что слово ТЦВ – это однокоренное слово со словом «мицва» – заповедь, и «цав» – приказ. То есть, по сути дела, человек был предупрежден о последствиях, которые придут в случае нарушения заповедей. И эта заповедь была как одежда, которую Всевышний накинул на семейную пару, они были как покрывало света, которое скрывало их наготу. И когда Хава и Адам вместе с ней нарушили, вместе с Адамом нарушили эту заповедь, по сути дела, они скинули с себя эту одежду и обнажились, и стали доступными для семени Адама, для его лжи, которую сатану удалось посеять в первого человека. Тут же они отключились от источника света и приобрели смертную природу и стали прародителями всего греховного человечества. То есть, по сути, была совершена первая измена. И как следствие стыда, который пришел в природу человека, они сделали себе опоясание из смоковных листьев. И слово «бгадим» на иврите это одежды, которая буквально происходит от глагола «левгод», что означает «предавать» или «изменять». Но есть еще одно слово, которое означает «одежды». Это слово «левуш». «Левуш» и слово «левош» – «стыдиться». Они пишутся одинаково, несмотря на то, что имеют разный корень. И еврейские мудрецы, они обыгрывают это слово «одежды» как «нет стыду». И иными словами, одежда на человеке – это следствие его измены, его предательства и возможность покрыть ту наготу, которую человек приобрел от семени сатана, от семени змея. И на протяжении всех священных писаний мы видели, как люди, периодически предавая и изменяя друг другу, пытаясь, манипулируя одеждами, получить лучший мазаль от Всевышнего. И мы эту историю с одеждами видим на протяжении всех священных писаний, начиная от Хавы, мы видим в истории наших патриархов Исав и Яков, эти козлиные шкурки, мы видим в истории Йосефа и его братьев, где братья приносят одежды, запачканную кровью, Иуда и Тамар и так далее. И на самом деле
мы также читаем в Новом Завете предупреждение о том, чтобы мы были достаточно мудрыми и были внимательны о том, что, чтобы не быть обманутыми одеждами. Например, в послании Якова мы читаем повеление, где апостол пишет, чтобы когда входит в ваше собрание человек в богатых одеждах, с богатым перстнем, чтобы вы не оказывали лицеприятие и почет одежде, по сути дела, человека. Также Писание предупреждает, Машех предупреждает, чтобы мы были внимательны к тому, что могут приходить лжепророки, несмотря на их одежды овечьи, по сути дела, они могут быть по природе своими волками в овечьих шкурах. И апостол Павел говорит нам о том, чтобы мы были внимательны, наблюдая за собой, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими. И как раз-таки в этой недельной главе Всевышний дает повеление Израилю сделать одежды для славы и великолепия. И комментаторы говорят, что каждый раз, когда священник одевал определенный элемент одежды, эта одежда, она искупала определенный грех. То есть он смотрел на Всевышнего, молился и просил об искуплении. Например, одевая льняные штаны, он просил об искуплении разврата. Одевая рубашку, он молился и просил об искуплении кровопролития. Надевая тюрбан на голову, он молился и просил об искуплении или о прощении греха гордыни и тщеславия. Но на самом деле, что символизируют сами одежды? Вопрос, который беспокоит комментаторов. В чем символ одежды первосвященника или одежды священников? И ответ на этот вопрос мы получаем в недельной главе «Цав». Это также однокоренное слово со словом «тецаве» и «мицва». Это глава, которая описывается в книге «Левит», 6 глава, в 3 стихе, где рассказывается о той работе, которую священник уже должен был делать в своей одежде. И там написано: «И наденет священнослужитель свое облачение льняное». На иврите это звучит следующим образом: «Велаваша коген мидо ват». И вот это слово «меда», которое мы знаем, оно переводится как «мера» или «размер», оно имеет еще одно значение или еще один перевод. Буквально означает «качество характера». То есть, когда человек одевает определенную одежду, он прежде всего должен внутри соответствовать качествам той одежды, которую он одевает. И одежда, которая надета на человеке, она обязывает его к определенной модели поведения. И качество, и поведение человека, они должны соответствовать той одежде, которая одета на нем. То есть эти вещи, они должны быть неразрывно связаны. И если человек одевает на себя мантию судьи, то от него ожидают определенных качеств, таких как строгость, неподкупность, ненависть к корости. Если человек одевает на себя одежду врача, от него ожидают таких качеств, как милосердие, сострадание, долготерпение. И когда говорят о том, что человек не в своих одеждах, то есть они не по размеру ему, это означает, что та позиция или то положение, которое занимает человек, она не соответствует тем внутренним качествам, которыми он обладает. И ответом на вопрос, на самом деле, что символизирует одежды славы и великолепия, и какими качествами должен обладать первосвященник будущих благ, Машиах Иешуа, и мы, соответственно, как представители его царства, которые в Машиах Иешуа входят во святое святых, должны понимать, какие одежды должны находиться на нас, чтобы наши качества, они соответствовали тому провозглашению, которое мы делаем. И, по сути дела, качество человека и та одежда, которую он надевает на себя, они должны быть неразрывно связаны. И ответ находим на этот вопрос мы в послании в Колос. Послание к Колоссянам, 3 глава, говорит, 9 стих: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». И вот это слово на иврите «совлекшись» – это глагол «левшот». Помимо того, что оно означает «раздеваться», оно также означает «сдирать шкуру».
То есть, по сути дела, человек, он унаследовал эту природу, природу сатана, природу змея. И в соответствии для того, чтобы сначала приобрести или одеться в природу нового человека, ему нужно содрать себя одежды змея, которые мы приобрели через эту ложь. Обратите внимание, написано: не говорите лжи друг другу, потому что именно со лжи в Ганедене, в Эдемском саду начался процесс отступления и падения человека, потому что ложь – это природа сатана, это его меда, это его качества, с которыми он действует в этом материальном мире. И в 12 стихе написано: облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Обратите внимание на это выражение «снисходя друг к другу». Мы с вами знаем из послания к мессианским евреям, что первосвященник, он должен был снисходить к невежествующим и заблуждающимся, потому что и сам был обложен немощью. Это медот или качество священника, которыми должны обладать и все верующие в Машиаха Иешуа и исповедующие его, как нашего первосвященника. Обратите внимание на эти качества. Кротость, долготерпение, эрех апаим, да, длинные ноздри. Обратите внимание, что вот эти все качества, они также свойственны Машиаху Иешуа, потому что Машиах Иешуа сам о себе говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, ибо я кроток и смирен сердцем». По сути дела, вот эти все свойства, которые сейчас перечислены, они являются следствием или медот, качествами Всевышнего, которые позже в недельной главе Китиса Всевышний откроет Моисею, когда Моисей скажет: «Покажи мне славу свою». И Моисей услышит эти слова: «Я Господь, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий, не оставляющийся без наказания». То есть это 13 атрибутов Всевышнего, или свойств, или медот, или качеств, или одежда Всевышнего, с которым Он проявляется в этом материальном мире. И это то, что мы на самом деле должны надеть на себя, чтобы наш внутренний человек, он соответствовал нашему внешнему облику. И если вы будете читать внимательно, то именно в послании в Колоссян вы увидите, что мы должны прежде всего отказаться от блуда, злой похоти. Это как раз-таки те внутренние качества, которыми обладает сатан. Потому что когда человек ведется на эту ложь, происходит определенное духовное прелюбодеяние. И сегодня, если мы оделись в эти одежды или в природу сатана не по своей воле, то у нас есть привилегия, как избранные, сделать этот выбор, содрать с себя эти одежды и облечься или одеться в природу Машиаха. Пусть Всевышний всем нам поможет сделать правильный выбор, чтобы наши внутренние качества соответствовали нашему внешнему облику. Шаббат шалом. Амен. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, мы благодарим Тебя за привилегию служить Тебе и слушать и учиться у Тебя. Ты тот, кто сегодня покрывает наш стыд. Ты покрыл нас одеждами света, Ты дал нам эту природу. И Ты приглашаешь нас быть народом священников. Мы просим, благослови, чтобы мы всегда соответствовали тому званию, высокому званию, которое Ты дал нам, чтобы мы действительно не просто провозглашали, что мы царство священников, чтобы мы соответствовали, и наши качества, они были угодны Тебе. Благослови каждого, Господь, сегодня здесь, открой сердца, благослови Рава, помажь его Духом Святым, чтобы каждое слово, сказанное здесь, оно достигало тех целей и задач, которые Ты ставишь для нас, чтобы мы все ушли отсюда измененными, преображенными в Твой образ и в Твое подобие. Во имя Мессии Израиля. Благослови также переводчика. Во имя Иешуа. Аминь.